Тир щита в РК. Кто еще есть? Макс, сколько ГС? Ты заходи. У вас уже фул? Я под этим деревом. Мне Штим. Нужна помощь. Ну да, фул. Хоть дети дайте бомжи. Бомжей хоть дайте. Я только долетел. Меня не сумасшедший. Да, все тут. Да, это пушка шумит. Дисконт. Снова чаёк налить. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь.
Шкафа нет, лети с Долорана. Два хила здесь. Начинаем бить трёш. Это палка. Ты что с микрофоном сделал? А вот так? О, в туалете. Просто он повернут был наверх. Вот сейчас к лицу повернул. Сейчас нормально, да. Привет. Столько давно, что Ваня уже пришел и успел уйти АФК. В смысле, это я тут. Я ждал, пока вы зайдете. Да, в Альге, кстати, можно прятаться на здоровое. Чуть под боссом можно прятаться. Ты что так делаешь? Ну, иногда. Что за ник ПВНЗКУ и чё-то там? Лол, пить. Дай мне хапки. Спасибо. Boom, boom.
Ты кто такой вообще? Сладкий у ТМД. Ты куковайся. Стол. Нагидайте стол. Маги, стол дайте. Да. Спасибо. Рыб. Сюрприз для рыбы. Спасибо. Каску дайте по ханту. Я же золотистая девочка, заходите. Минутку био. Желтую каску по ханту. Я даже не знаю, кто это. У меня, по-моему, Мэршан есть. Мы Василиса или что-то типа такого. Горите в окне хозяина! Метка в рейн. Ты так книг прочитал? Я в Далоране так-то. Зонкович. Новости, однако. Сейчас еще ГП кинут. Цирк приехал. Да там так далеко. Страдание.
только вчера еще тестили. Уже давно как. Дырку. Двое сильнее страдания. Пожмите танки, откинул. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. Алекс сразу выбрала нас. Нас убивали с расчетной жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарит. Но боюсь... Слуги! Обратитесь в пепел! В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Это Олег, стань поближе. Нормально, я достаю. Я не достаю. А ты там не нужен. А может ты? Ну ты до сих пор цокаешь, ничего себе. А кто у нас? Какой бладыка начинает танчить босс? Там хаба лемом можно Джулиан, я все по это да. Еще пало туда надо. Поперелось пока. Что такое кишило? Кореш твой драгон. Не хозяин, по-моему.
Отойду пока что. Тебя Олег мут, что ли? У меня есть. Ну я герб РК сидит, что-то где-то попал.
Ну там вот что это пишут. Мак. Видимо, он тебя знает. Ой, бать. Лок, это не... Вообще без лока, что ли? Играли же уже без лока, когда демон один из ПД давал. Там гнева поставить и не будет Ты хочешь, заходи на своего лока, если когда-нибудь же. Thank you.
Мы здесь стоим у Сумона, уже не надо бежать. Дай Пати Локу, он дошел. Не могу пригласить члена другой группы. Кулак Аску дайте по ханты. Да. Можно поподробнее по поводу добивания големов? Я в курсе, что в свету трэш выходит. Но где стоять, я тоже знаю.
Мне какую ауру давать? Написал наш первый. Правосудие. Ой, Фаридом я второй даю. Да, да, да. Джага бьешь света. Все, понял. Если добили, заходите. Не надо заливайте своим шманом. Я не свет, и я не тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. О, сюрприз. Хуя себе.
какой-то сюрприз. Пойдем. На следующий некуда. Не, давай, Гимон. Нормально? Я вас сижу. Алло, где вы, чё? Ну, у меня ДБМ не работает. Здесь, в РСке. Ну, обычно же РЛ анонсит. Все. Да. Да. Ну, есть одна версия. Нет, есть одна версия ДБМ, она баганая. У меня тоже когда-то такая была. Она в палате аспекта не работает. Кстати, у меня по таймингам ДБМ что стоит, скачал вперед, какая-то хуйня. Да. Я только кинулся, показываю, что через 3 секунды тут кинется. Слава, что там фу у вас? Да. Микролайбик, ты что, сам себе диспать не можешь? Я диспайнул, блядь, одновременно нажали, походу. Стоп-пай, я сейчас не тихо лагаю. Так, ну, вроде я готов. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Че это было? Вячеслав, я под морду вышел, я поебал и зашел. Не огонь. Ой. Страдания. Входи, сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Падаем, потому что за два метеора не успели перевести.
Ты шо, шухалёва надо бить, а не мелкий трэш. Да, тот по чуть-чуть мелкий трэш бил, вот оно и вылезло. У Радрика в живой огонь 75%, Халиона 22%. Керцел. Так он танк. А, сорян. Да. Там было это. Чего, слабо не понял. Была лужа. Слава, я буду в комнате. Слава, я буду в комнате ниже сидеть. Позови. А сколько там у тебя уже? 4 или 5? Заходить. Заходить, заходить. Блять, да кто, сука, так диспелит? Неужели ты не спелил? Я не диспелила. Как
Это странно, у меня... Да не, вроде не я, там Варенька, трусы и Крисел Диспелл. Ладно, тогда Ваня по ПРЛ, вот он будет ШП, кокосин на ДС, всё. Кстати, маги могут в свету, в принципе, выносить метку через границу. Она тут багнула. Можно за границу выносить и там диспозить. Потом блинком обратно. Я только что так и сделал. Вопрос зачем? Чтобы не разливать в окне. Ну если ты выносишь сразу, диспейлишься нормально, то нету никакой нужды ее выносить. То, что часть круга остается за границей, наверное, вот это. Не, баф. Я в плане баф. Можно вообще метку вынести раньше, за круг. Фулбафы. Давайте фулбафы быстренько пьем ману уже. Ну да, потопить чуть-чуть. Ешьте рыбу. Так, смотрим, там чего не хватает, чекну. Ваня, ты теперь, наверное, диспелишься там. Да, ну... Да, по диспелю. Так, давайте все готовы, зрение заходим. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры... Первый метод хвосту, через хвост возвращайтесь. Диспельте, через вас возвращаемся, бежим. Смотрим, как лужи будут разливаться. Лужа в рейд. Балованный выноси. Выноси. Бля, ну на пульте. Давайте, к хвосту через хвост возвращаемся, рука выноси, диспельте. Портуйся, к нам беги, смотрим, метеор, бежим. Смотрим, лужи, бьем холёно, переводим. Йорбст, выноси. Хата, не уехал, сразу говорю. Это аресами кладика быстрее. Сам бомба могла взорваться. Видите, Алена быстрее. Там 10 секунд до фазы. Олег, заходи сразу, четвертый остается. Олег, скажу, когда зайти. Дайте масбафы. Спасибо. Заходите. Хиль-хиль. Возьми это там, смотрите, чтобы лезть вас не сбрило. Слава, поставишь их. Видите, покажите, когда зайти. Заходим. Дайте там во тьме по магам бафы, по калику. Пропускайте лезвие, бежи к морде. Пропускай лезвие к морде, не сюда. Испельте его. Маги, смотрите за глыбой, чтобы она не разряжалась под трэш. Метку назад. Инари своим хилам заливайте хирошита назад. Пятьдесят два света, готовьтесь после лезвия, после метки будем выходить, портал не залейте.
фаза после метки. Рука выноси, только не в портал, выходим в свет. Выходите в свет, кресты бьем через взрыв свету. Рост свету. Рука в трусах, выходи. Подхалённо отойдите, первую метку по свету ровно назад несет. Тапа. Вот, например, метеорит. Бежим. Смотрим лужи свету. Не умирайте на лужах, накуривайте трэш. Лужа нормально. Свет. РД больших, мирики маленьких. Рост во тьме. Рост во тьме, играем по трэшу. Большого бьем. Да, на гимнала, ну давай. Сейчас. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Стоп, так, свет, попросу. Стоп. Свет не бьем, лужи, в рейд. Аккуратно. Свет только трэш бьем, больших, маленьких. Хит танков, хит. Так, даю свету на ману. Так, сейчас. Сейчас. Так, тьма стопайте, добейте большого. Тьма стоп. Сейчас перебежим, дам гейм. Бежим. Смотрим, лужи трэш напуливаем. Тьма можете бить. Лужа вреет. Длинноухий выноси. Диспельте его сами, диспельте длинноухого. Я гимн на хп отдал. Даю сейчас гимн на ману, ставьте. Тайм и трэш к хвосту. Играйте большие и маленькие свет. Слава, не умирай. Свет только трэш бьем. Хаба выноси. Доксан, резай войда. Свет бьем халеона. Дайте там... Бежим, бежим. Дайте по войду там бафы какие-то. Смотрим, лужа. Лужа вреет. Микролабик выноси. Вот и дай инер, если есть. Или дайте ретрики возложения на шамана. Свет только по трэшу. Только трэш бьем, свет. Давайте, свет вообще холёно не бьем. Сейчас будет 60 и будем добивать на той стороне. Только трэш бейте. Играйте большие, маленькие. Катаем. Микролабик выноси. Давайте не бьем халена. Бежим. Все отлично. Трэш напуливайте, добивайте халена. Только трэш напульте и в лужах не дохните. Лужи вреет. Присты свету, гимн на хп. Присты, гимн на хп свету. Где фридом, ёб. Все, добивайте халена. Танки прожмитесь. Там вот тут поставь, если он не стоит. Балованный. Все, молодцы. Айс на бот спалить. А? Я не спалила. Ладно, всем спасибо, удачки и по сюда. Я пошел спать, всем спокойных. Давай, давай. Там, кто с волчата хочет гильдию, приходите. Кто с волчата хочет гильдию, короче, приходите. Красава, блядь. Чтоб вам будет 500 гп дал в рейде, блядь. Ладно, всем пока. Пока. Так, кто получается выигрывает? Рука, что ли? Вроде я. Смотри, нет. Смотри, он умер и еще базарит. Ахуй. В смысле? Я не умер. Выбери фон. Да не ты. Халион. Так, как?
Сколько еще таких? Смотри, опять базарит. Чё за хуйня? Вы слышали? Давайте ролим. Тапки надо кому-то? Калик на мейн? Да. БЦ. На ИП заходим. Чё, кстати, фан сегодня мало, 25 хейн. Касающий свет. Посох. А, я обычку просто вспомнил. Так а что, в гери упало? Это чешка. Подвеск. Я же сказал, посох упал в ЦВК 25 план. Там кто-то сказал чешка, я подумал, он перепутал. Кто-то заходит подвеск. Сейчас, нет? Да. Да. Заходите. Спасибо за рейд всем. Крикс, в какой ты гильдии? Кнутый пряник? Стал только секонд, правда, вроде, что он ЕП на другом. Я? Какой-то север, блять, или что за гильдия, я не знаю. Давай к нам. Нокдаун, ты сейчас в РСке только что был, ты получил, по-моему, на БК ЕП. А я нет, особо не играю, ребята. Ну, второй раз мы не получаем. Нокдаун ролил на паладина, поэтому на паладина я должен получать ЕП. Как я Анафин, который ролил тоже на паладине. Ну, паладин, по-моему, не в гильдии, да? Слышался? Паладин, да, не в гильдии. Если он не в гильдии, то ИП в ноль, а если заведешь в гильдию, то будет ИП. Паладин... Вообще-то он в гильдии находится. Ну, так заходи на паладина, получается. Ты же ролил на этого паладина, вещи. Я просто по приколу кинул один хрен, я ушел на Reddit, я их не одеваю, ни одного. Я одеваю еще четырех персонажей. Так зачем кидать просто так ролл? Ладно, ты на Second Sox ЕП получаешь, да? А вот этот, который нокдаун, ну, мы второй раз не можем тебе начислить. Или заведешь кого-то, ну не знаю, сейчас, не сейчас. Короче, блядь. Я тебя взял в рейд, ну, Second Souls, все, сейчас накину. Ой, ты ВК будет, нет? Я не знаю, я уже ничего не смогу собрать. А начислилось ИП, не? Нет, я не вижу в гильдии. Кто-то видит? У меня тоже где-то что было до рейда. Накинулось ИП. Да, накинулось. Наверное, оф не то, да не должно быть. О, теперь есть. Просто сообщение. 2000? Да. Сходил, называется, в РС-ку. 800 ГП. Крикс, так ливай с той гильдии сюда, здесь будешь ходить раз в неделю. Так я говорю, особо не играю. А тут вообще никто не играет в этой гильдии, где мы сейчас